привычки. Ну, то есть, допустим, более трети россиян говорят, что поверните направо. Нестабильные отношения продолжают засылать друг другу сообщения о любви в ежедневном режиме. Через 400 метров поверните налево. Мы постоянно добавляем смайлики, сердечки, поцелуйчики буквально к любому сообщению. Секретный ингредиент в блюдо. А у меня есть человек, который, так и написано, не знаю пока, как зовут. Отличная история. Вот это то, что называется статус, все сложно. Да, ну, в общем, эта тема, да, интересна, на самом деле, для завтра. Давайте такой, да, устроите, коллеги, постфактум дня всех влюбленных. Давай. Спасибо, Денис. Утро на семи холмах. Слабый сигнал сети. Татьяна Борисовна. 10:05 в московское время, сегодня 14 февраля, и о дне сегодняшнем, даже о часе ближайшем сейчас хочется детально поговорить, потому что он у нас традиционно с приставкой «кино». Максим Королев, например, в 10:40 придет и будет интересно и любопытно рассказывать о фильмах. Через 200 метров поверните налево. День, ну, наше утро точно прописано, пропитано эмоциями и чувствами. И фрагмент для нашего стоп-кадра, фрагмент из фильма, конечно же, тоже тематически. Все оттуда. Все оттуда и об этом. Про любовь много чего сегодня, но, естественно, в том числе стоп-кадр, в котором мы сыграем, кстати говоря, минут через 5, через 6, прямо здесь, в эфире «Радио 7 на семи холмах».